Итак, Елена Мороз закончила мастер-класс. Елена писала цветы. Вот хотелось бы посмотреть Елена краски, которые вот работаете. Вот у Елены есть такая палитра. Был демо-класс кистями Рублев. Вот здесь мы можем увидеть на нашем стенде российском кисти Рублев, которые были нашим спонсором. И кисти вызывали большой интерес. И сейчас мы с художниками их тестировали. Вот, потому что профессионал, у каждого профессионала свой вкус, своя манера. И иногда одному художнику нравится что-то одно, что-то другое, в зависимости от техники, материала. Вот. А хочется спросить у Елены, которая акварелистка. Ну, я буду говорить погромче, да. У вас будет громче. Елена, а как давно акварелью занимаетесь? Именно акварелью я занимаюсь с 13 года. Да, с 13 года. В это время я уехала в путешествие, и именно в путешествие взяла с собой акварель. После художественного института у меня был приличный перерыв, и в институте я писала маслом, а акварель у нас была как вспомогательный материал для поиска цвета, просто заложить пятно, и к ней серьезно никто не относился, и в течение 5-6 лет никто, собственно, о ней не писал. Вот. Но все, что не делается, все делается самостоятельно. Лучшим образом мне подарили акварель, с которой я поехала путешествовать. И я достала кисти, краски, стала рисовать. А она-то рисует не так, как я думала, не так, как я себе представляла. И так как у меня не было физической возможности смотреть на YouTube, да, то есть смотреть уроки и учиться чему-то. Поэтому я просто с ней как-то на ты, да, она такая строптивая, такая необычная, такая постоянно разная, непредсказуемая. Я думаю, мы сдружимся, потому что я, как бы, как любая девочка, себя так же веду. И с того времени, это была осень 13 года, я с ней не расставалась. Почему я пишу цветы, я долго сама себе не могла ответить. Я просто чувствую. Я их чувствую, не просто я их чувствую, да, я пишу много чего. И, то есть, там, разные этюды, и предметку, и натюрморты, и пейзажи. Но я их просто рисую. А когда я пишу цветы, я просто улетаю, и все. То есть, я их чувствую. И поэтому, как бы, вот у меня все сложилось так. И это, наверное, плюс, я сейчас так понимаю, что я ни на кого не смотрела, и я просто делаю только так, как чувствую. То есть, мне кто-то может сказать, что ты делаешь неправильно, но я считаю, что если мне хочется сейчас схватить уголь и сверху порисовать по акварели, то в данный момент это самый лучший способ, потому что я именно ощущаю это. Поэтому вот с акварелью у меня так. И я всегда пишу в ограниченной палитре. Леночка, а институт был какой, вот вы сказали? Это был педагогический институт, факультет искусств. А, то есть все-таки вы профессиональный. Да, 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 да. С правом преподавания. То есть, как бы... А вы занимались преподавателем? Да. Я работала в художественной школе. Ну, еще когда в институте училась, уже начала работать. И потом я работала с детьми. Я завязала. И потом работала со взрослыми. Ну, как это обычно бывает, в разных студиях, в школах художественных для взрослых уже. А потом уже вышла на самостоятельное преподавание и даже поездки. То есть пленэры выездные, что-то такое. Сейчас я с преподаванием завязала, потому что у меня период творчества. И, то есть это был большой период преподавания, очень большой, в котором я почувствовала, что я очень много отдала. Чтобы отдавать еще что-то, мне нужно накопить. И сейчас у меня период накопления и именно вот какой-то своего... внутренних поисков. Да, конечно, конечно. Просто период. А впечатление об этой выставке? Вы вообще первый раз выставляетесь в Париже? Вот такой, да, это первый раз. И здесь... то есть вообще, как это все произошло, я не знаю, потому что я не успела даже...
помечтать об этом. То есть я думала, но я не успела даже сообразить, что я об этом помечтала на самом деле, как я оказалась внутри, и я хожу, ну вы тоже видели, хожу, снимаю какие-то видео, снимаю картины, но я еще не осознала все то, что произошло. Какие-то возможно, итоги пока не подведены, да, вообще даже не то чтобы итоги, а вообще осознанности того, что я уже здесь побывала. Наверное, это еще благодаря тому, что мне очень легко находить общий язык с людьми. Это во-первых. А во-вторых, я встретила здесь много друзей. Не просто людей из Инстаграма или социальных сетей, да, а именно друзей, с которыми я знакома один год, второй, третий, десятый. И, собственно, ну... А каким образом они все оказались здесь? Они участники. То есть кто-то участник, кто-то просто пришел обнять и сказать поздравляю. И это очень сильно мне помогло, это большая поддержка. Поэтому как бы это позволило мне погрузиться в дружескую атмосферу и чувствовать себя как дома. Вот, поэтому, а вообще в целом, это грандиозное событие. Я знаю о Гранд-Пале с детства, с самого маленького, когда я еще читала книжки про художников, и я даже не мечтала об этом. Ну, то есть, это невероятно, это было что-то такое запредельное абсолютно. Это фантастика, то, что происходит, это фантастика, я за нее, это чудо. То есть, оно вот, это такие чудеса, и очень классно, что мы здесь делегации, потому что есть поддержка. Я, наверное, не представляю, как бы было, если бы я была просто самостоятельным художником, и где-то бы вот висела картина там, да? Ну, я наверняка бы нашла бы с кем-то общий язык, но это все равно не то. Это все равно большая такая поддержка, и это играет большую роль. То есть хорошая команда большое значение имеет, да? Я вообще за то, что контакты и команда – это очень-очень важно, и даже вот это событие в моей жизни, в вашей жизни, в жизни каждого из нас произошло благодаря тому, что мы встретили того или иного человека. Мы сами ни на что не способны, ну как единицы. Мы можем создавать, а именно чтобы двигаться дальше, нам нужен какой-то контакт. То есть мы даже можем не осознать, что это произошло благодаря вот этому контакту. Все происходит именно по взаимосвязям. Поэтому, ну, как бы я проследила эту линию в своей жизни, и я как бы ей придерживаюсь и очень рада. Поэтому я всегда рада знакомствам, и я верю в то, что все знакомства, вообще даже вот такие на 5 минут, они обязательно для чего-то нужны. То есть это не про корысть, да, и меркантильность, это про то, что либо, ну, это не просто так. Если контакт какой-то человеческий случается, да, то значит все-таки как-то... Конечно. Не, случайностей не бывает. Все закономерно. Яночка, а вы сейчас во Франции живете, да? Да. И который год? Первый. То есть сегодня какое число? 16-е. Сегодня ровно год. Сегодня ровно год. Спасибо большое. А вы до этого были во Франции? То есть насколько... Я сейчас скажу. В позапрошлом мае я приехала в Париж первый раз в своей жизни, а в феврале переехала жить. Достаточно стремительно. А как и все в моей жизни. А Париж как-то вот уже в работах какое-то отражение имеет? Имеет, да? Он имеет. Я первое время просто ходила, я не могла даже рисовать. То есть я не могла в плане того, что для меня это было настолько красиво и... Ну, грандиозно, да, что я даже еще не понимала, как это можно передать, это уже идеально. А сейчас, да, даже работа, которая сегодня присутствует на салоне, это цветы с Марше де Флёр, это цветочный маркет с острова Сите. То есть я люблю этот маркет, там продаются цветы. Пойдемте, там продаются цветы в античных вазах, и это именно фрагмент оттуда. То есть я прям помню место, палатку, откуда это было. И то есть вот это тоже для меня отражение какое-то кусочка Парижа, потому что это самое сердце Парижа, это остров Иль-де-Сите, если я не ошибаюсь. То есть это остров Сите с маркета. И картина называется «Ле суфле». То есть вы можете это вдвойне перевести дважды, как суфле, потому что вот мягкое зефирное такое, и как
как суфле – это тоже дыхание. То есть для меня это вот такое глубокое значение этого названия. А вы уже по-французски говорите, да? То есть уже язык достаточно? Я начала учить французский в декабре. И сегодня, кстати, вот мне я познакомилась с одним из представителей группы в салон Compression, и мне пришлось с ним говорить на французском, и я достала то, что я уже выучила за месяц, и поэтому я чуть-чуть поговорила, он мне даже поаплодировал. Поэтому сказать, что я художник российский, который живет во Франции, и то есть то, что какие-то элементарные вещи я сказать могу, особенно мне кажется, что ничего не знаю, как и во всем, но когда я остаюсь наедине с французами, я говорю. Ну, то есть, вот так. Ну, тут главное смелость определенная, да, решительность. Если база есть, она постепенно... Да, на самом деле, да, такая искренность. И все можно где-то на пальцах, где-то на русско, английско, французско, финском. Вы говорите? Ой, да, я владею. Ну, это уже, значит, какой-то язык есть. Владею. Уже очень здорово. Да. Вот. А вот в ближайшее время, ну, конечно, наверное, изучение языка, да, входит планы, а так, не знаю, пленэры или вот что-то. Я очень довольно активный человек, и кроме следующей выставки, в которой мы будем вместе, в принципе, участвовать, да, это в культурном русском центре, я хочу принять участие в проекте с российскими художниками, посвященном Бунину, потому что он жил в Каннах, в Марселе, то есть это его какой-то будет юбилей года, то есть я могу ошибаться, но хочу принять участие с ними, а потом я организовываю сама вот с приятельницей, художницей дружеский пленэр в Атрита, потому что это очень большое место силы для меня, я много раз там писала, хочу, чтобы мы вместе пописали там, и буду этот год, я кроме преподавания, то есть вне преподавания, я не буду преподавать, посвящу подготовке к выставке, то есть понятия не имею где, но то есть хочется персональную, хочется выставку, даже не обязательно персональную, я могу собрать группу, неважно, но хочется уже, ну и я учусь, у меня каждый четверг академический рисунок, каждое воскресенье я копирую, я хожу, именно занимаюсь с местными художниками, нам преподают на французском и английском, и это дело в том, что это классы, да, я хожу учиться не потому, что я не знаю, потому что это другая школа, и она мне интересна, то есть я все время учусь. Поэтому. А вот эти классы, это разные преподаватели, да, курсы, то есть это можно менять? Раз в неделю это один преподаватель, это важно тоже для меня, то есть я выбирала не школу, а преподавателя, и с какой-то периодичностью проходят мастер-классы приезжих, допустим, из Нью-Йоркской академии, из Флорентийской академии, из Барселоны, то есть наши тоже приезжают, из нашей академии приезжают, и по возможности я тоже посещаю. Различные техники, да? Или сейчас то есть техники? Я хожу, еженедельно занимаюсь рисунком, а приезжают, это фигура маслом, и я присоединяюсь к ним. Я сейчас занимаюсь этим. Да, обнаженная модель, как правило, маслом. То есть я как бы сама расту в акварели, да, в цветах акварели, а для себя пошла на фигуратив, хочу развить его. А кто ходит вот еще на такие курсы? Это уже вот профессиональные, да? Начинающих нет. Нет, да? Их не берут или им просто сложно? Ну, у нас нет. Ну, наверное, и сложно будет. Да. Группа сильная, и группа в таком, в одном, наверное, русское слово забыла. Ну, как бы одного уровня, можно так сказать. Ну, очень здорово. Я думаю, что через какое-то время, наверное, опять можем оказаться в этом зале, да, если все закончится, потому что зал великолепный. Вот. Ну, пожелаем, чтобы планы исполнились, пленэры, там, я не знаю, классы. Мне кажется, какие-то классы посещать, наверное, можно вообще всю жизнь, по идее. Да. 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 Всегда общение интересно, так же, как и вот общение на выставке. Конечно. Вот. Спасибо. 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 Очень приятно. Спасибо. Всего доброго.